И все тогда очищается, вот сколько осталось. Я вот это представляю. Я не представляю, как так может мало. ჩვენ თან სამეგრელოში სტუმრად იმყოფება ერთ-ერთი მსოფლიოში უმსხვილესი ჩაის წარმოებელი კომპანია, რომელსაც თავიანთ კერძო ფლობელობაში აქვს 85 ქარხანა. მოდებულები არიან მთელ მსოფლიოში თავიანთი პროდუქტით. 92 სახეობის ჩაის პროდუქტი გააჩნიათ ამ კომპანიას. მათი მიზანი იყო სამეგრელოში ჩამოსვლის, რო დაათვალიეროს ის ტერიტორიები, რომელზეც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით და ანალიზი ჩაატარონ, კვლევები ჩაატარონ იმ ნიადაგებზე, რომლებსაც ჩვენ დღეს შევთავაზებთ ამ კომპანიას და ამის შემდეგ ეს კომპანია მზად არის სამეგრელოდან დაიწყოს დაახლოებით 1200 გექტარზე ახალი ჯიშის ჩაის მოყვანა, ასევე იმ ჩაის, რომლის რეაბილიტაცია იქნება შესაძლებელი და რაც თავარია თუ ის პროექტი, რომელი პროექტის გეგმა გაგვაჩნია ჩვენ და ჩინელებთან ერთად, იმ კომპანიასთან ერთად, დაახლოებით სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში დასაქმდება 9000 ადამიანი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რეგიონისთვის და მათი განმარტებით, სპეციალისტებით, ამათ ყავთ ჩამოყვანილი ექსპერტები, რომლებიც პირდაპირ იძახიან, რომ ჩაი არის ყველაზე შემოსავლიანი პროდუქტი, და რასაც სამეგრელოს ნამდვილად ეკონომიურად თითოეულ ადამიანს წინ გაიყვანს. Видите, эти работали в чае, я чувствую, что эти самые красивые места для чая даже. 每年春茶开采的时候应该是遥望着雪山一边采的茶园一边品茶那是一个很美好的一个事情. У меня мечта, что через какой-то год, один-два года мы здесь уже собираемся первой весной урожай и вместе сядем пить наши национальные первые чаи и здесь смотрит горы, снег и природа. Это очень приятное дело. 所以呢我想的话在这里把茶产业做上去的话应该是集旅游种植休闲的一个 整的一个大的一个产业. Я даже думаю, что не только чай, и потом тоже из Китая, может, чай в Китае, если много туристов, именно что заедет к разным сторонам, где растут чаи. Мы сюда тоже их привезли, да, чтобы вместе и там смотрели здесь, и тоже для Викрама, чтобы всем рассказали, что в Грузии уже начали устанавливать свои чайные промышленности. Я бы надеюсь, чтобы наше место, где мы здесь начнемся сделать самый хорошего чая, потом приедут со всех уголов страна мира, да, и они знают про наше, про здесь имя и про наше хорошего чая. Это не только моя мечта, наверное, для нашего человека, который на жизнь вложили в этом деле, это, наверное, наша общая мечта. А вы помните, чтобы здесь строить фабрику или такие我想我们很愿意在这里进行投资，因为这里有
政府这么大力的支持，也想把这个茶产业做好，所以我们相信我们的投资人会对这个地方还是很满意的。Он говорит, я сам очень доволен, что здесь все ресурсы, то, что для чая, да, очень... Я бы точно так решили, чтобы мы должны участвовать здесь и устанавливать и технологии наши, и новые этого высаживания, и фабрика. Это все в нашем плане. Спасибо. Спасибо.